От ви сказали про те, що Росія не збирається зупинятися в тому, щоб нарощувати виготовлення дронів, поповнювати свої запаси. Тобто, я правильно розумію, якщо навіть після того, коли українські збройні сили повністю виженуть росіян з нашої землі на полі бою, так до Криму, ми все ж будемо жити в постійній війні і в очікуванні того, що нам може прилетіти з неба. Тобто, це буде щось на кшталт Ізраїлю, якщо не вдасться повалити ось цей путінський режим разом з їхніми навіженими ідеями. Тобто нам тоді потрібно буде після війни на полі бою думати про те, як повністю захистити небо України, що робити тут. После выхода на границы 91 года один из вариантов – это вступление Украины в НАТО. Россияне боятся двух вещей – НАТО и кадыровцев. Больше, наверное, ничего. Потому именно принятие Украины в НАТО может прикрыть нашу землю, наше небо, естественно, от любого посягательства со стороны России или Российской Федерации, или тех территорий, которые останутся после ее распада. Если мы в НАТО по каким-то причинам не вступим, нам придется вести боевые действия на линии фронта, которая окажется уже наша граница. Естественно, будет работа по нашей Украине и ракетами, естественно, любыми поражающими элементами, которые могут россияне к тому времени, допустим, подготовить. А нам надо будет готовиться к войне, и к войне довольно-таки долгой и длительной. Это около 10 лет, причем война должна вестись с россиянами и на ее территории, только не заходом на территорию России, а уничтожением пусковых установок, уничтожением носителей, уничтожением мест производства поражающих элементов. Вариантов другого просто нет. От в одному з інтерв'ю ви сказали, що Україні треба вийти на кордони 91-го року не пізніше весни. Чи є насправді якісь позитивні моменти, що можна сказати, так, Україна це зробить, і що буде, якщо до весни, наприклад, ми не встигнемо вийти на кордони 91-го року? То, что весной, к весне россияне готовиться будут, это было понятно еще несколько месяцев назад, тогда я это и говорил, то есть нам надо, у нас есть время где-то полгода минимум до начала весны для того, чтобы выйти на границы 91 года и дальше удерживать россиян уже по линии фронта 1000 километров. К весне сейчас уже и все руководители, и военные руководители, в принципе, все аналитики начали говорить, в принципе, о том же, что на начало весны у россиян будет только, ну, Залужный говорит, в районе 200 тысяч человек. Дополнительно есть информация, все будет зависеть от того, сколько волн мобилизации они могут провести. То есть к началу весны у них будет действительно по 200 тысяч человек, к середине весны еще. То есть январь-февраль одна мобилизация, 150-200 тысяч. Март-апрель вторая, то есть к весне, к середине весны у них будет около полумиллиона человек, как, если полностью считать, и с ними придется уже довольно-таки долго возиться, потому нам надо именно до весны успеть этот вопрос выполнить, выйти на границы 91-го года. Тогда будет просто проще удерживать линию фронта, уже неважно с каким количеством россиян как таковых, мы должны перейти в оборону. И тогда будет намного проще, потому что проводить наступательные операции с противником, у которого есть, допустим, около полумиллиона человек, довольно-таки сложно. Но возможно, тем не менее, но оптимальный вариант именно до конца зимы, до начала весны нам выйти на границы 91-го года. Сейчас это все подтверждают.